Приветствую любителей предметно-материальной истории и подлинного антиквариата. Предлагаю зрителям занимательный тест на антиквара. Для этого необходимо найти среди фуфлариата подлинный антиквариат. Посмотрев предыдущие ролики на канале «Антикварный Ареал», вы уже научились определять признаки подделки государственных клейм и именников ювелиров. Пришло время продемонстрировать свои знания в деле. Условия тестирования. В поисковой строке интернет-аукциона «Мешок» пишите «Солонка серебро 84 эмаль». В результате получаете 55 лотов с солонками. Это на дату 29 сентября. Задача среди этих солонок найти одну подлинную. Ссылку на лот с подлинной, по вашему мнению, солонкой оставить в комментарии под этим роликом, а также написать имя и фамилию участника. Итоги подведем 1 ноября. Каждый лот из комментариев разберем отдельно в ролике. А чтобы занятие по поиску было интереснее, в качестве приза выставляю замечательную хрустальную солонку с серебряным ободком и моей доставкой по указанному адресу победителя. Количество призов пропорционально увеличивается с количеством прошедших тестирования. Сразу договоримся не учитывать лоты с плохими фотографиями клейм. По вашим просьбам, добропорядочные торговцы мешка всегда любезно предоставят дополнительные фотографии. Отдельно приглашаю к участию в тестировании экспертов антикфорума. Приз для вас незначительный, в то же время это отличная возможность подтвердить свою квалификацию специалистов раздела серебро. Особенно, учитывая, что большинство продавцов фуфлариата ссылаются на вашу атрибуцию. В связи с бессрочной блокировкой моего аккаунта, лично отправить приглашение этим специалистам не могу. Возможно, кто-то из зрителей поможет пригласить экспертов антикфорума для участия в этом увлекательном тестировании. С большим интересом жду ваши ссылки для разбора.